Сальда становчая, поводле информации агентства Белта, отрыманной у Брэйским облвыканками, предприемства в области все это вышли на 11 новых рынков сбыту. У першиню поставки одения, вырубленного на Брэшине, отправились у Японию, спиртных напоев у Колумбию, консервованной рыбы на Мальдивы, молочные сыворотки на Филиппины, споживецких товаров у Малайзию, дитячих цацок на Мальту, Тринидад и Табага, Кот-д'Ивуар и Уругвай. Сярод новых адресов поставок продукции из региона так само Иран и Египет. У этой краины забеспечены регулярные отгрузки на основе долготерминовых контрактов. Великую увагу в область надае и наращиванию объемов экспорту и на ранней освоении войные замежные рынки, а так само обновление ранее страченных контактов. Активные поставки харчовой продукции с Брестской области почались у Китай. Пропрацовываются перспективы поставок Украины Ближнего Усходу. Усяго объем экспорта товаров с Брестской области на замежные рынки за студень май 2015 года склал больше за 713 миллионов долларов США. Становчая сальда с внешнегандлевого обороту склала больше за 130 миллионов долларов. Что тычется у целом экономичной ситуации у промысловости региона, то у ее отзначаются становчие тенденции. Поменьшились складские запасы, полепшилась платежная дисциплина.